Сотрудники компании ArcelorMittal Темиртау имеют возможность реализовать себя не только в профессии и на рабочем месте, но и раскрыть свой скрытый потенциал с помощью тренингов и мастер-классов, проводимых в рамках недели знаний. Одним из инструментов личностного роста стали необычные тренинги на тему «Личное развитие с помощью искусства и управления восприятием». Данное обучение является авторской методикой бизнес-тренера Ларисы Чистоедовой, направленной на развитие компетентности через искусство. Я хотела показать, что есть нестандартные способы развития компетенций, личных качеств с помощью искусства. То есть можно не только тренировать алгоритмы, накачивать мышцу, но можно слушать музыку, смотреть картины, архитектуру, смотреть какие-то фильмы и прокачивать какие-то свои дефицитные компетенции. В тренинге «Личное развитие с помощью искусства» музыка, живопись и архитектура представляли не просто виды искусства, а инструменты, с помощью которых можно развивать деловые качества. Я люблю практику, поэтому я предпочитаю, чтобы люди прожили опыт сначала. То есть я не даю теорию. Люди проживают определенный опыт, слушают музыку, потом анализируют, а потом мы говорим, ага, а ты кто? А давай относительно этой реакции искусства ты проанализируй, ты кто? То есть люди разбились по командам, они отвечали на вопросы, они сначала сами себя идентифицировали, только после этого я дала им теорию, и они уже убедились, там ли они оказались, и действительно ли это тип им соответствует. Как признались участники семинара, необычный тренинг помог им разобраться в себе и научиться использовать новые инструменты для личного и карьерного роста. В дальнейшем моей работе это помогает. Так как я специалист отдела технического аудита, мое дело это замечать, смотреть, анализировать, актуальность, красоту, эстетичность это смотреть. И, кстати, да, я поняла, что это мне помогает. Я теперь знаю, какая моя сильная сторона, а где моя слабая сторона. Мне показалось, что уникальная возможность именно поговорить про искусство. Не просто про обыденные вещи, производство, а про работу, а что-то новое, новый взгляд и новые идеи. На тренинге «Управление восприятием» собравшиеся узнали о том, как произведение искусства может помочь посмотреть на ситуацию под совершенно другим углом. По словам специалистов, искусство способно изменить восприятие одного и того же объекта. Меня раздражает эта ситуация, а потом я посмотрел какую-то картину, послушал музыку, и мой ракурс на эту ситуацию изменился, и я готов уже не агрессивно решать эту ситуацию. Люди поняли, что они, например, могут вернуть себя в ресурсное состояние, если они подберут музыку, живопись, архитектуру, именно для того, чтобы я раз и за 5 минут восстановил себя. По окончании тренинга сотрудники компании получили не только новые знания, но и хорошее настроение. Анастасия Ходорева, Андрей Буховский, Новости Темиртау.